Перед началом ролика советую посетить канал Слапика. Там ты можешь увидеть советы по бусту и калибровке рейтинга, разные фишки, которые дают колоссальные преимущества, а также просто ламповые каточки. Все качественно и адекватно. Ссылочка в описании. Интересный вопрос от долбоеба с ником Револьвер Папич, то есть какой-то псевдофанат или бывший фанат, нахуя подрубать доту, если там сука ОП? А там всегда будет ОП, долбоебик. Благодаря таким животным, как ты, там всегда будет ЛП. До конца жизни на этом аккаунте будет ЛП. Благодаря таким животным, как ты. Ну и, собственно... Чё? Теперь зато можешь троллить на продотке. Тупая малолетка. Ебать, ты топнет! Кстати, у меня в натуре какие-то звуки могут исходить, потому что на улице какая-то хуйня работает. Так, разор, думаю, дисраптор. Ну, тут разор однозначно. Из этих всех героев я выбираю разора. Nice контент. Изи! Моя руна. First blood. Very well. It was ours all along. На самом деле, эту игру я бы поиграл, ну, раз не выпал. Герой более-менее хороший. Он мне специально фидет. Знаете, у меня обычно вот, ну, что в ЛП, что в обычных играх. Где-то одна игра из пяти — free win. А четыре из пяти — free lose. Ну, я фриузы иногда вытаскиваю, но редко. О, мне ботов подарил. Кайф. Прикиньте, никто никогда не додумается в ЛПшке подарить ботл, чтобы быстрее закончить за счет ботла. Типа враг подарил ботл, ебать. Next level. Кайф. Нахуй ты играешь? А, уёбище. Отстань! Very well. А почему мои дауны не хотят закончить игру? Интересно. Наверное, блять. Ну. Ладно. Сейчас бы обсудить интеллект игроков, которые попали в low priority. Да, это вообще люди. Ой, блядь. Есть какая-то баунти руна? Не, нет. Значит, она там есть. И никто не брал? Нет, Ускар взял лоу. Так, я так понимаю, у моего Никса и остальных не хватит интеллекта пойти и закончить игру. Поэтому мы продолжаем играть. Надо Агани, блядь, чтобы вынести их, это пиздец. Тут дауны, АФК стоят. Лоу приорити, типа, ну, они хотят поиграть, я не знаю, типа, они получают удовольствие от этого процесса. Прикиньте, какого это, блядь, я не знаю даже, как объяснить. Скилла или интеллекта, ну как правильно сказать, какого-то интеллекта люди, если это вообще можно назвать людьми. Вот он стоит, получает удовольствие, смотрите. Он купил в ЛП, ну, вот на секундочку.
Он купил в Raffle Priority Midas, Тревела на Патму и бегает, фармит. Типа, вместо того, чтобы игру закончить и чтобы Low Priority закончилось. Ну ладно. Я пока настройки изменю, у меня что-то не так. Да умри, блядь! Уйди нахуй, блядь! Дауны ебаные! Животные! И тут животные! Вот животное бегает в инвизике! Бьет топ-шку! Пиздец! Вы прикиньте! Когда ты попадаешь в лоу приорити, у тебя вот прям как все в реальной жизни. Я так понимаю, если человека посадить в тюрьму, это, ну, не поможет ему, скажем так, ну, встать на путь истины. Скорее, больше шанс, что если ты посадишь в тюрьму челика, то, что он, блядь, станет, не знаю, каким-то там, ну, отморозком, бандиком, хотя он был более-менее нормальным, типа, ну, как нормальным, я имею в виду, ну, вы поняли, то есть, то же самое, если посадить дотера в лоу приорити, как можно в лоу приорити, сука, получить мотивацию играть нормально в ранкете? Если так нету мотивации играть в ранки, то как ее можно получить в лоу приорити? Ты тут заходишь, то, сука, рак. Это рак. То, что тут происходит. Пиздец, они дефы до конца, не знаю, у них 1к ММР, может 0к ММР. Они до конца играют, им типа весело, интересно, блять. Вы знаете, можно в лоу приорити можно понять жизнь. Вот вы думаете, в реальной жизни, типа, людишки другие, вот... Скажу вам по секрету, вот то, что вы видите в его приорите, это большинство, это вот интеллект большинства людишек, вот на самом деле, если честно. Просто, ну, у дотеров особенно выделяется, скажем так, интеллект их нет. Вот прям дотеры особенно выделяются среди основной массы. Ты просто можешь посмотреть, с кем ты живешь на одной планете. Это вот население планеты Земля. Они опять меня убили, эти дауны, ебать. Они хотят до конца играть. А тут, смотрите, тут аутисты, что они делают? Они тут страдают аутизмом. Он кинул стрелу, куда он ее кинул, тут все герои. Он даже без карты играет. Блядь, это аутизм. Ебаные аутисты, какой же это пиздец, блядь. Как в эту доту заходить? Почему, блядь, никто не спритит другие лайны? Почему все на одном лайне? Почему даун вылетел? Что за хуйня? Сука, обрубки. Животные просто. Блядь. Нету слотов, кайф. Почему АФК? Он пошел лес фармить. Это вообще, это не бесконечно. Это просто, блядь, ну... Это бесконечно. А чё, как я могу закончить игру? У меня, как всегда, герой, ну... Который соло ничего не может сделать. А как они, типа, интернет запустили? Я не знаю, как они драйвера поставили, ну... драйвера для компьютера, ну, чтобы, ну, лайн-драйвера, чтобы там интернет заработал, все такое, как они это сделали. Ну, типа, на самом деле, нихуя не понятно, как они это сделали. Знаете, там, когда новая винда, тебе надо драйвера поставить. Как они это сделали? Они же все дебилы, нахуй. Еще один глиф, очень интересно. Ну, хоть и на меня. Он всех убил в соло. Убей вард, даун. МИС ПО ВАРДУ! ЧТО?! МИС ПО ВАРДУ! У меня герой по варду миснул. It doesn't make any sense. Как они живут, как они установили драйвера, нахуй. Нахуй он его убью, когда я урон высасываю. Для файта. Блять. ЧТО? Почему они АФК стоят? Я не понимаю.
Я вообще ничего не понимаю, теперь они умерли. Хули они ФК стоят, у него даже догон не в кулдаун, у него даже не применяет способности свои. Нажми шипы, урод. Блядь, как жить нахуй, как они драйвера установили. Я не могу даже убить рейндж брак этот, никто не может помочь. Все дауны тупо АФК, блять, перма нахуй АФК. Почему это даун стоит АФК, я не понимаю, блять. Это, бля. Почему она бьет мили-барак? Мили-барак нельзя убить. Она осознает, что мили-барак невозможно убить. Почему он пытается убить барак, который нельзя убить? Его нельзя убить. Мили-барак не убиваем, не убивается, это... Мили-барак невозможно убить. Но они живут как-то. Ну... Нахуй мазохизм. Я бы на месте Патмы вскрыл себе нахуй вены и закончился. Хотя нет, на отвечет ком нельзя говорить. Тогда на месте Патмы, я не знаю, на месте Патмы я бы, блядь, попытался разбить себе голову об стол. Она могла убить барак, пока убивали Рикимару, я точно знаю. Патма с ебаным Джолниром, Мидасом и Монтой, она могла сделать 3 выстрела лишних, и барак был умер. Но она просто бегает, ну понимаете? Она нахуй дебил. Я могу тут спарталец убить барак? Нет, там глиф уже есть. Я только суициднусь. Там глиф по-любому уже есть. Очень интересная игра. Можешь мне БКБ купить. Чтоб меня не застанили. И типа лишний пару ударов в барак сделать. Хуй знает. My current flows. Да нахуй ты его убиваешь? Вот нахуй он его убивает? Какое же животное. Вот я пытаюсь высосать урон, а он его убивает. Зачем он это делает? Надо было БКБ взять сначала. Я стою, пытаюсь под мясами его пробить, потому что мне настолько похуй. О, блядь. Убей барак, нет. Нет. Ну туда пусть заканчивают враги. Сейчас бы его приорити потеть. Сейчас бы не быть человеком. God. Нахуй вы это смотрите, парни? Я давно смотрю, 13 человек смотрят, как... Блять. Что, собственно, подтверждает все мои слова. Значит, вам получается это интересно смотреть. Каким надо быть нахуй животным, чтобы вот это вот дефать до конца? Каким надо быть? У них два чела специально фидели. Эмбер специально с самого начала игры фидит. Зевс начал играть. А кем надо быть, чтобы до конца от этого потеть? Кем? Зачем, блять? Я не понимаю. Даже если не выиграют, оно того не стоит, блять. Это того не стоит. Это low priority, блядь. Но это не настоящая игра. Это же игра не настоящая. Никто не, блядь. Игра не настоящая, нахуй. Игра буквально не настоящая. Они, блядь, потеют. Ща! My lightning strikes. Agreed. Меня обходит Варка. Regeneration.
quick as lightning. Надо убить Джаггера толпой. Of course. Он просто забежал и выжил. Этот чел не может дать стан. Ну да. Спрашивается, нахуй на руб живет. Очень сложно дать стан в кусты. Он не может дать стан на одного ебаного героя в кусты. Вот чел бежит фидить. Давайте, блять. Нет. Наверное, это не вы... Не, он бежит фидить, надо все-таки выгодно. Нахуй он его постоянно убивает? Я пытаюсь урон высосать, он его убивает постоянно. Он это делает постоянно. Это просто, блять, ну... Ну аутист, ну поп... Ну добей барак, ну дебилы, ну блять, ну не стойте вы АФК вечно. Соси хуй, тварь. Животные тупорылые, блять. Я ненавижу человеческую расу, блять. Знаете, обычно я презираю человеческую расу, но в данную секунду я ненавижу. Сука. Людишки — это говно, блять. Ебаное говно, нахуй, об которое надо вытирать ноги. А об людей нужно вытирать ноги, потому что, блядь, это пиздец. Не, ну конечно, пока ты, знаете, вот... Вот чисто вот я, как по жизни, я вот каждого человека я уважаю изначально. Ну, хотя бы как минимум, хотя бы чутка. То есть, изначально, когда я только вот впервые вижу какого-то человека, неважно, в реальной жизни или в интернете, я его, по крайней мере, вот хоть как-то уважаю, да, отчасти. Ну, пока он не дал повода себя, там, не знаю, не уважать. Но, блядь, вообще, в общем, блядь... Человеческая раса, конечно, блядь. Ну, я как мизантроп, конечно, субъективное мнение, но, блядь, вы же видите, блядь, вообще, блядь, нахуй. Как себя нужно презирать, чтобы это, блядь, это вот потеть лоу приорити до конца. У тебя чел в команде фидит 0.34, а ты играешь до конца. Это лоу приорити, это даже не, это не ранки. Зачем он играет до конца? Что он получит в случае победы? Я тупо бегаю, суицидюсь. У нас вся команда дебила. Он играет против 0к мусоров. Что он получит от победы? Неужели он получит удовольствие? Что с ними происходит? Как они живут, нахуй? Зачем они это играют до конца? И почему мои союзники такие имбецилы не могут добить ебаный барак? Мне даже не засчитывает победу в low priority, смотрите. Game clients out of date. Че, я даже победу не засчитала? Сейчас мне надо обновить парашу. Парашу 2. Ебаный шок-контент!